Суббота, 11:00. Перед входом 35-й школы построение. В строю первые классы. Напротив представитель госавтоинспекции. Правила дорожного движения. Главная тема встречи. Малыши вспоминают и запоминают, для чего фликеры и зебра на проезжей части. Какие есть сигналы у светофора и как безопасно ездить на велосипеде. Что ты знаешь о правилах дорожного движения? Ну, самое простое, надо проезжать, переходить дорогу на зеленый свет. Знаешь, что такое фликер? Фликер – это такая штучка, чтобы светилась в темноте. А зебра что такое? Зебра – это дорожный переход. Ну. А ты всегда по правилам переходишь дорогу? Да, на зеленый свет. Гости с подарками, но не все так просто. Их нужно заслужить. Школьники старательно отгадывают загадки, задают вопросы, обсуждают ПДД. Главное – мотивация. Сегодняшнее мероприятие для детей не только познавательное, но еще и очень важное. Им подарили хорошие подарки, фликеры. Каждый дома рассмотрит, покажет родителям, прикрепит на свою одежду. Серьезный разговор и с родителями. Необходимо следить за детьми. Это главное правило. К сожалению, ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности и специальными креслами. Если игнорировать, можно получить штраф до 232 рублей. В связи с началом учебного года в рамках проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» госавтоинспекция совместно с заинтересованными лицами проводит профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня мы посетили 35-ю школу, и всем первоклашкам были вручены памятные сувениры. Это фликеры, ручки и блокноты, которые пригодятся им для учебы. Неделя детской безопасности завершится 7 сентября. Тем временем в Бобруйске с начала года зафиксировано 9 аварий с участием несовершеннолетних. Одно из них по вине ребенка. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.